Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Прошу к столу» и с вами я, Ирина. Сегодня покажу вам еще один способ приготовления морских гребешков. Список продуктов вы найдете внизу под видео. И мы начинаем готовить. Сначала приготовлю соус. Выжимаю сок одного лайма. Еще добавлю сок апельсина. Чтобы легче выжимать сок из цитрусовых, плоды надо немного покатать по столу, придавив рукой. Так плоды становятся мягче и сок выжимать легче. Сок переливаю в кастрюльку с толстым дном и мелко порежу имбирь. Добавляю половинку мелко порезанного чили перца. Если вы любите очень острое, то можете добавить больше. К соусу добавляю 1 столовую ложку бальзамического уксуса и 2 столовые ложки соевого соуса. Чайная ложка меда поможет раскрыть вкус всех ингредиентов соуса. Соус перемешиваю и ставлю варить на средний огонь. Лишняя жидкость выпарится, а соус немного загустеет. На это уходит примерно 10-15 минут. Разжигаем мангал и на готовых углях обжариваю копченый бекон. Готовый бекон выкладываю на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. Морские гребешки разморозила заранее, они должны быть комнатной температуры, а лишнюю влагу убираю бумажной салфеткой. Добавляю гребешкам соль, перец, а сочность придаст топленое сливочное масло. Все хорошо перемешиваю и сразу на мангал. Обжариваю гребешки минуту-полторы с каждой стороны, не больше, иначе они будут сухими. Готовые гребешки посыпаю мелко порезанным беконом и поливаю имбирно-цитрусовым соусом. Изысканное блюдо готово, и приготовить его очень просто. Побалуйте своих близких дарами моря. Спасибо, что смотрели нас. Делитесь нашими видеорецептами с друзьями. Прошу к столу и приятного вам аппетита!